Семерка, 12. Так, оценки я уже поставила. И хорошие, и не очень. Разные. В учителя я уже наигралась. Хочется попробовать что-то новое. Девчачье, модное, современное. Настенька, так поиграй в салон красоты. Точно, салон красоты. Можно делать прически, макияжи, маникюры. Классно! Класс, у меня новый салон красоты. Сначала займусь прической. Вау, сколько всего. Вау, как красиво. Так. Красота. Браслетик. Вау, как красиво. Дальше макияж. Новенькая косметика. Достаем. Сколько всего. Класс. Мне нравится. Делаем макияж. Сначала губки. Хочу помадкой. Вау, какая она яркая, персиковая. Вау, какой яркий блеск. Красота. Так, а сейчас тени. Так легко открылась. Снежинка яркая. Хочу вот эти. Вау. Красота. Дальше. Спиннер. Тени спиннер. Дальше блесточки, розовенькие, красивенькие, упаковочек. Так ярко. Вау! Я вся розовая, блестящая. Модная. Дальше я буду делать маникюр. Цай, крутецкий набор. Еще и наклейки. То есть инструкция. Класс. Пилочка есть. Наклейки, лак. Еще одно колечко. Так, хочу сначала лак красный. Надо сначала подпилить пиццей. Так, красим второй. Третий. Четвертый. Пятый ноготь. Тут даже можно готовый маникюр уже клеить. Так, я выберу вот такие наклейки. Клеим. Вау, как все ярко. Я хочу сердечко. Клеим. Вау, как красиво. И пиццу. У меня получился яркий красный маникюр, но я уже хочу накладные ногти. Ого! Смотрите! Вишенки, яблочки, клубнички, мороженки, пиццы, диаманты, сердечки, цветочки, кексики. Все тут есть. Ого, какие большие. Мне нравится. Теперь вишенки.
картошка фри, мороженое, клубничка и донатсы. Хочу взять мороженка. Как же круто. Дальше клубничка. Смотрите, как сзади смотрится. И макаронцы. Ого, смотрите. У меня еще не было никогда таких красивых, ярких ногтей. Но это же салон красоты, поэтому так все красиво. Смотрите, как ярко. Как же красиво. Но я не привыкла к таким ногтям. Как же я буду делать украшения? Ну так красиво. Дальше мы будем делать украшения. Вау. Класс. Нам нужна водичка. Сейчас принесу. Вот водичка. Сейчас мы будем делать самые красивые украшения. И блестящие. Водичкой мы будем растворять вот этот порошочек. А потом уже готовую фигурку будем украшать блесточками. Да, вот инструкция. Да, для начала мы с Настенькой изучим инструкции. Вот она. Нужна ложечка, лопатка, кисточка, всякое такое. Здесь же все есть. Сейчас мы с тобой растворим водички порошочек в пропорции 1:1. Да. Палитра, яркие розовые блестки, кисточка, порошочек беленький, посыпочка, клей. Золотистые ленточки. Вот так мы будем украшать уже готовую фигурку. Да, еще есть вот такие цепочки разные. Здесь 5 ложек порошочка и 5 ложек водички. Сейчас мы все будем перемешивать. Надо, наверное, до раствора, да? Да, все растворится. В формочки засыпаем блесточки. Угу. И в круглую. Все. Сейчас в формочку заливаем уже готовый раствор. Ну-ка. Ого, красивенько, да? Эти делаем чистые, а потом Настя будет раскрашивать. Да. И сердечко тоже. О, вот это очень красиво получилось. Да? Да. Столько украшений у Насти будет. Очень много. Украшения красиво. И для тебя, и для клиентов твоего салона, да? Да, и для тебя. Я тебе подарю. Чуть не забыли. Нам же надо поставить палочки. Это же украшение. Так. Нам нужно в нашу смесь положить вот эти палочки. Ребята, ко мне в салон уже пришел первый клиент. А у меня украшения еще не готовы. Так что, быстро их будем украшать. Да, фигурки простояли в формочках час, да. А потом целые сутки просыхали. Они уже у нас готовы, и да. Мы сейчас будем красиво их украшать. Кстати, вот такими блесточками, вот таким золотком. И еще вот такой ленточкой. И золотистой ленточкой. Да. Ну что, берем ленточку и украшаем? Да, сначала мы берем ленточку. Вот что у меня, Настя, получилось. Я думаю, что оставлю так. Потом ты еще блесточками разукрасишь. Да, красиво. А смотри, как у меня получилось. Класс, нежно. Осталось только украсить блесточками, но сначала нам надо намазать клеем. Ого. Берем клей и сейчас будем намазывать. Так интересно. Я так люблю что-то делать. Какие-то украшения, например. Разные подделки, да? Да, обожаю делать подделки. Что было много блесток. Ярко. Теперь сердечко. Можно еще вот так вот макать в блесточки. Смотрите, как.
Макаем блесточки. Смотрите, как ярко. Красивенько. А вот эти украшения у нас уже готовы. А я уже клею второй слой, потому что блесток мало. Настя вся в процессе, вокруг одни блестки, да. Но зато в твоем салоне будут самые красивые украшения. Это точно, блестящие, смотрите. Блестящие, яркие. Очень сильно яркие, смотрите, как у меня получается. А главное то, что тебе очень интересно. Да, и красиво получается. Сколько можно ждать? Может, я к вам приду завтра? Нет, 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 у меня уже все готово. Выбирайте кулон, какой вам больше нравится. Вау, какой у вас здесь яркий большой выбор. Даже не знаю, что мне выбрать. Но я думаю, что мне подойдет вот этот кулон. Отличный выбор, у вас хороший вкус. Какая вам цепочка больше нравится? Мне нравится вот эта. Хорошо, надеваем. Так... Какая красота! Вам очень сильно идет. Но еще осталось сделать вам прическу. Так, расчесываем сначала волосы. Это самое главное. Смотрите, что получилось. Вау, совсем другое дело. Мне нравится. Спасибо вам огромное, мне очень сильно понравилось. Я обязательно к вам вернусь. До свидания. О, еще своих подружек позову. Ребята, главные клиенты угодили. Сейчас и себе выберу кулончик. Так, хочу вот этот. Самый-самый красивый кулончик, да, для Насти. Наконец-то дождались этого момента, да? Да, наконец-то. Такая длинная цепочка. Да, может, вообще будет большой. Придется укорачивать, Настя. Агась. Красота. Настенька, у тебя уже вся футболка в блесточках. Да, но зато как красиво. Красиво, а главное, что украшение сделано твоими руками. Да, мне очень сильно нравится. Такой яркий этот кулон. Теперь будешь каждый день менять разные кулоны, да? Да. Ну что, поздравляю, у тебя уже свой салон. Да, со спасибо. Со своими украшениями. Угу. Ребята, за мое творчество и за мои старания поставь лайк, подписывайся на канал. Кстати, вы заметили, на мне уже второй кулончик. Следующий будет вот этот. Пока-пока.